Легенды спорта в гостях у участников президентских состязаний. В детский центр «Смена» приехали Евгений Алдунин, Алексей Медведев и Дмитрий Сенников. После успеха нашей сборной по футболу на чемпионате мира интерес к этому виду спорта вырос в разы. То, что здесь делается, вообще это все здорово. И мне кажется, это хорошо, что каждый из детей может выбрать свою профессию. Изначально уже, допустим, здесь, в этом лагере, понять, что он хочет от жизни. Участники президентских состязаний смогли задать свои вопросы именитым спортсменам. Футболисты же поделились своими секретами успеха. Евгений Алдунин рассказал о том, что покинул дом в 16 лет, переехал из Крыма в Волгоград, где и началась его звездная карьера. Но, по словам футболиста, занимаясь основным видом спорта, можно смело совмещать его с другими спортивными дисциплинами. Спорт все-таки это, наверное, прежде всего, наверное, не медали, да, а образ жизни. Я, допустим, тоже себя никогда не ограничивал, занимался не только футболом, то есть и всеми активными видами спорта, и баскетбол, и волейбол, и настольный теннис, и большой теннис. То есть во все любил с интересом играть, поэтому, то есть есть со спортом быть по жизни. Было очень интересно послушать какие-то факты из жизни, какие-то... Не знаю, советы было очень интересно слушать. Такие люди, они могут дать советы, которые ты больше нигде не услышишь. Я считаю, что это будет мотивировать нас, детей, достигать каких-то успехов в спорте. А в завершении встречи Алексей Медведев, Дмитрий Сенников и Евгений Алдунин провели для молодых футболистов мастер-класс. Руслан Душевский, Анапа регион.